Эй, я не виноват! Арестуй того, кто сидел за клавиатурой! Приветствую всех, с вами Хулдым, и я наконец-таки вернулся спустя целых 2 месяца отсутствия по причине того, что у меня, объясню сразу, объявлю вам причину, по причине поломки микрофона. Да, у меня нафиг сломался микрофон, из-за этого я записывать ни черта и не мог. Сейчас я его заменил, и я не знаю, как он будет вам приятен, как вам звук. Напишите в комментариях, буду рад узнать, как он вам. Вот, сейчас я его заменил, и наконец-то могу вернуться к производству. Я сейчас все дела сделал, так что постараюсь как можно больше видеороликов подготовить. Может, штампом прям их выпущу, если, конечно, сильно не подустану. А сейчас мы продолжаем проходить игру Guilty Parody. Устраивайтесь поудобнее, берите печенюшки и другие вкусности вместе с чайком. У меня тут под рукой водичка, как обычно, как в старые добрые. Ну, давайте приступать. Дверь за нами с глухим скрипом закрылась. Стоило взять фонарик. Ты очень непредусмотрителен, Немо. Я задрал голову и увидел наверху слабое свечение. Нам туда. Так, посмотрим, что же это за секретная комната в кабинете Вагнера. Я каким-то чудом даже еще помню сюжет, хотя целый месяц сюда не заглядывал. Ну ладно. Мы кое-как забрались по ступенькам. Винтовой лестнице и остановились у двери в тайную комнату. Я толкнул ее, и петли заскрипели. О, да! О! Какая интересная комнатка. Это кто? Изображение мне кого-то напоминает, кстати, вот это сзади. Ну ладно. Ты оказался прав. Комната в самом деле существует. А ты до сих пор сомневался? Говори тише, командир может быть за стеной. Думаю, сюда часто заглядывают, иначе бы не забывали выключить свет. Давай посмотрим, что тут спрятано. Яков натянул на лицо маску и отошел к книжному шкафу. Так, гол. Старые газеты 5-летней давности. Вряд ли те события имеют отношение к преступлению. Не будут тратить время на их изучение. Я что-то сомневаюсь, а это что? Мы совершенство. А у армии явно нет проблем с самооценкой. Но, глядя на Якова, я бы поспорил с этим утверждением. Ну, тут как посмотреть. Яков хоть и с крайне странным характером, но, как говорится, так. Средненько. Он все равно довольно умен. Красивая дама. Яков, что ты думаешь об этой фотографии? Знаешь эту женщину? Я никогда прежде ее не видел. Но знаешь что? Она точно симпатичнее тебя. К тому же явно старше. Зачем ты нас сравниваешь? Чтобы сбавить градус твоих ожиданий. Я просто спросил. У меня не было никаких намерений. Тогда чем ты недоволен? Я закатил глаза и повесил фотографию на место. Да, Яков умеет, блин. И даже с маленького вопросика сделать какую-то дуэль разума. А это что? Тут как-то много паутины. Видимо, комнаты редко пользуются. Кажется, я вижу паука. Такой пушистый. Милашка. Я бы с тобой поспорил. Я таких тварин боюсь до чертиков. И многие другие люди, я думаю, кто боится пауков, не согласится с тобой. Вот так, чуть-чуть, чтобы мне было удобнее пить. Такс. Чё тут? Одежда совсем пыльная. Зачем она тут висит, если никто ею не пользуется? Забыли унести, или она хранится во имя чьей-то памяти? Чьей-то памяти. Хранится во имя чьей-то памяти. Ну, скорее всего, да. Первый этот вариант весьма вероятен. Это что? О, методы воспитания идеального солдата. Отряд миротворцев, группа подопытных B-127. Согласовано к утверждению. Бланк. Год 1913-1914
1914. Что это? Нужно ознакомиться с содержанием. Метод воспитания явных садак. Необходимо ежедневно подвергать подопытных. Так, солдат — это прежде всего человек. Методы воздействия на сознание и физическую форму. Необходимо ежедневно подвергать подопытных следующим методом воздействия. Убеждением: с 6 до 7 утра с каждым подопытным индивидуально проводить разъяснительную беседу и применять методы убеждения. Необходимо ясно, доходчиво и логично донести подопытному общие цели, призвать к совести и долгу. Физическая нагрузка: ежедневные физические упражнения и растяжка. Через день занятия с утяжелением. Правильное питание. Следить за полным принятием пищи каждого подопытного. Размер порции рассчитывать индивидуально. Упражнения. Каждый подопытный в индивидуальном порядке выполнять ниже приведенные упражнения. Цель – искоренение слабости и развитие индивидуального таланта воина. Так. А. Резистентность человеческого организма к ядам, разной степени токсичности, концентрация яда и его дозу повышать постепенно, способ применения постоянно чередовать внутреннее и наружное, после упражнения спрашивать подобного о самочувствии, записывать наблюдения. Подробные указания приведены, в методике от 13 апреля 1911 года, номер 086.12.76. Так. Б. Активация спящих клеток мозга с помощью вспышек разной степени интенсивности. Интенсивность светового потока должна быть четко отслежена. Рекомендуется применять только спектр электромагнитной волны видимого света. В дальнейшем возможно добавление инфракрасного и ультрафиолетового излучения. После упражнения спрашивать подобного самочувствия и записывать наблюдения. Подобные подробные указания приведены в методике от 27 февраля 1911 года. Повышение болевого порога. Силу воздействия на организм повышать постепенно. Рекомендуется применять равномерно острые тупые предметы по всему телу. Раз в 3 дня следует вызывать неожиданную и сильную боль у подопытного. Интенсивность боли не должна превышать максимальную более чем в 1/25 раза. Наблюдать за реакцией подопытного, спрашивать о самочувствии, записывать наблюдения. Подробные указания приведены в методике от 14 июля 1911 года. Вы спрашиваете, почему я вот это вот читаю? Опять-таки, может, кто-то давно задавался вопрос, почему я это довольно подробно читаю текст. Потому что это все нужно для перевода, как говорится, нас смотрят еще и товарищи англоязычные. Они тоже должны знать. Но пока что... Чё-то мне кажется, что какие-то странные методики воспитания солдат. Это скорее, блин, калечить. Это скорее покалечить солдата, чем... И психологически, и физически, чем сделать его идеальным солдатом. Резистентность к инфекционным... Резистентность к инфекционным заболеваниям закаливания. Подобного ежедневно подвергать перепаду температур. Первоначальная... Амплитуда температур должна устанавливаться, исходя из индивидуальных особенностей подопытного. Для повышения температур возможно использовать продувные печи, а для снижения – ванны со льдом. Закаливание проводить постепенно. Продолжаем. Так. Так, это уже было, да, образ? Со льдом. Закаление проводить постепенно. После упражнения спрашивать подобного о самочувствии. Записывать наблюдения. Подробные указания приведены в методике от 23 декабря 1911 года. Гипнотическое воздействие на сознание. Запрещено использовать гипноз в личных целях. Недопустимо внушать подопытному мысли против действующей власти. Необходимо вытеснить из сознания страх смерти,
притуплять эмоции и искоренять эгоизм. Искоренять эгоизм. И рекомендуется внушать подопытному такие качества, как дисциплинированность, подчинение, трудолюбие. После упражнения спрашивать подопытного о самочувствии, записывать наблюдения. Так, подробные указания приведены в методике от 7 августа 1911 года. Е. Выработка решительности и покорности. Естественный метод. Условия подопытные данного пункта Е должен быть родственником подопытного пункта Д. Для определения в будущем корреляции между упражнениями и выявления наиболее эффективного. Только для подопытных слабых духом. Подопытный должен своими руками причинять вред другим живым существам. Следует начинать с грызунов, а в дальнейшем подопытный должен будет стать участником расстрела. Необходимо дополнительно проводить с подопытным разъяснительные беседы, записывать наблюдения. Подробные указания приведены в методике от 6 мая 1911 года. Поощрение. Следует поощрить подопытных после успешного выполнения ежедневных упражнений. Регулярные медицинские осмотры и измерения физических и умственных параметров. Осмотр необходимо проводить еженедельно. При первых жалобах подопытного немедленно приглашать к нему доктора. Возможно, симуляция. Словам подопытного относиться со здравой критикой. Согласно и утверждено генералом Бернальд Шульц. А вот он и Бернальд Шульц. Да. Так, а это что? Газетные вырезки о совершенно незнакомых мне людях. Кому принадлежит это какому-то сталкеру? Или этот человек тоже что-то расследует? Ну, скорее всего, расследует, чем сталкер. Убийство Бернальда Шульца вызвало переполох по всей стране. Еще бы... Не пойму, о чем речь? У ученых есть какие-то тайны? Так, подожди, давай почитаем, что это. Сколько сейчас времени, кстати? Ну, нормально, если мы будем быстро действовать. Нормально. Так, ну давай, так, что это такое? Убийство Убийство Бернарда Шульца вызвало переполох по всей стране. Еще бы, быть убитым в собственном кабинете следовательского центра. Его смерть развязала руки бессовестным наглецам, которые забыли о чести в нашем общем правом деле. Молодые ученые творят беспредел. Возможно, их гениальности впрямь не знает границ, но дает ли это право нарушать многолетние устои? Наша армия отважно воюет, пока ученые шепчутся между собой. Разве мы не заслужили знать правду? Разве не мы проливаем ради нее кровь? Разве не мы защищаем вас, ученые? Тогда почему нам нельзя знать, что творится за вашими закрытыми дверями? Это что будет, знаете, во главе, получается, правительство стоят ученые, скорее всего. Потому что говорят, значит, солдаты и ученые. Потому что Бернальд Шульц, он был военным, но он был представлен какому-то исследовательскому проекту. И получается, ну, по приказу ученых он это делал. Ну, или же сам. Он, скорее всего, сам разработал все. Эту методику, скорее всего, воспитание недельного солдата, скорее всего. Потому что это, я думаю, он сам записывал. Ну ладно. Короче, пока что об устройстве все равно общества ни хрена. Дневник наблюдения за подопытными. А вот, кажись, то, что нам нужно. Думаю, я нашел нечто очень важное. Так, это мы поговорим, но сначала давайте его почитаем. Я знаю, что надо поговорить с Яковым и все дела, но давайте его прочтем. Чтоб потом не надо было мучиться. Так, 04.06.1913. Подобный чувствует себя хорошо, подопытный А001. Подобный чувствует себя хорошо, никаких побочных эффектов от ядов, хороший аппетит сохраняется. 08.06.1913. Подобный жалуется на тянущую боль в желудке, однако аппетит остается хорошим. 21.06.1913. Так, боль в желудке прошла, однако аппетит заметно снизился. Подобный выглядит печально. 13.07.
1913. У подобного поднялась температура, появились резкие боли в желудке, тошнота, рвота. Он отказывается от пищи. 26.07.1913. Симптомы отравления усилились, подопытный не встает с кровати. Решено временно прервать упражнения. Так, 09.08.1913. Упражнения снова возобновились, подопытный чувствует себя хорошо. 28.08.1913. Состояние стабильно, доза яда с первого дня эксперимента увеличена вдвое. 13.14.10.1913. Боли в желудке, головокружение. 28.11.1913. Боли в желудке сохраняются, подопытный начинает страдать от галлюцинации, эксперимент решено продолжить. 13.12.1913. Подобный чувствует себя плохо, под глазами черные круги. Он просит прервать упражнение. 19.14.1914. Подобный ведет себя агрессивно, отказывается следовать инструкции, примерно применено наказание. 15.01.1914. Агрессия усиливается. Подопытный набросился на обслуживающий персонал. Решено было его связать. Упражнения продолжены в принудительном порядке. Так, 31.01.1914. Подопытный страдает галлюцинациями, постоянно бормочет. Упражнения продолжены под присмотром врача. 23.02.1914. Состояние подопытного стабильное. Вспышек агрессии нет. Внешний вид следствие. Свидетельствует о недомогании. Подопытный отказывается разговаривать. Внешнее состояние стабильное. Упражнения продолжаются. 12.04.1914. Подопытный не отвечает на вопросы. Так, подопытный B001. Так. 04.06.1913. Подопытный чувствует себя хорошо. После первого упражнения жалуется на боль в глазах. 07.06.1913. Подопытный ни на что не жалуется. Питается плохо, долго спит. 17.06.1913. Подобного стошнило во время выполнения упражнения. Не жаловался. 08.07.1913. Аппетит снизился, жалоб ни на что нет. Попросил у обслуживающего персонажа порошок от головной боли. 27.07.1913. Жалоб нет, аппетит вернулся. 01.08.1913. Подобный пожаловался на сухость глаз. Окружающие замечают, что он начал чаще моргать. 16.08.1913. Подобный показывает хорошие результаты. Уровень интеллекта поднялся на 81 тест Шнейдера. Да. 19.08.1913. У подобного появилась тревожность. По словам обслуживающего персонала, он плохо спит по ночам. 07.10.1913. Интеллект подобного вырос еще на 2 единицы. Белки глаз покраснели, аппетит совсем пропал. 12.11.1913. Подопытный впервые пожаловался на тупую боль в затылке и снижение остроты зрения. Попросил временно прервать эксперимент. В просьбе отказано. 24.11.1913. Уровень интеллекта упал на 20 единиц. Подопытного обвиняют в обмане. 02.12.1913. Подопытный жалуется на головную боль. Не может стоять сам. К месту упражнения отправлен на инвалидной коляске. 31.12.1913. Подопытный ни на что не реагирует. Отказывается есть и добровольно открывать глаза. Упражнения продолжены. 03.01.1914. Подопытный высказывает странные мысли. Не реагирует на окружение, не отвечает на вопросы. 05.02.1914. Подопытный снова проявляет интерес к упражнениям. Добровольно их посещает. 19.02.1914. Интеллект с первого дня упражнения поднялся на 24 единицы. Подопытный чересчур оживлен. 12.03.1914. Подопытный через прутья решетки ударил обслуживающий персонал, но потом сразу же извинился. Подопытный затих, упражнения продолжаются. Подопытный не отвечает на вопросы. Так, а это, кажется, с болью, да? Так, это Ви. Так. Ну, я думаю, давайте поговорим. Хотя, не, давайте. Пока что нормально. Быстро проходимся. Сколько еще осталось? Ну, не так много.
Ну, не так много. Думаю, мы пролистаем их. Давайте тогда назад, погнали. Вот, все, давай, погнали. Так, подоб... Так, 04.06.1913. Подобных чувствует себя хорошо, аппетит отличный. Пытается избавиться от вредной привычки, упражнения переносит с легкостью. 06.06.1913. Изменений в поведении и самочувствии нет, кроме жалоб на запрет курения. 24.06.1913. Подобные жалуются на скуку, другие изменения отсутствуют. 12.07.1913. Подобные жалуются на медленное заживление ран. Аппетит отличный. 04.08.1913. Подобные проявляют агрессию, однако от упражнений отказывается. 19.08.1913. Подобный выглядит раздраженным. Просит встречи со знакомой. Просьба отклонена. 09.09.1913. Подобный проклинает по ночам генерала, не дает никому спать, жалуется на боль, просит обезболивающее у обслуживающего персонала. 24.09.1913. Подобный отказывается выполнять упражнения. Интенсивность воздействия на подопытного увеличена в 2,57 раза. Подопытный выносит нагрузку с трудом, но стойко держится. 16.10.1913. Подобный проявляет агрессию. Его письменный отказ от упражнений был разорван генералом у подопытного на глазах. С неожиданной психологической нагрузкой работают специалисты. 26.10.1913. Подобный отказывается выполнять упражнения, сохраняется хороший аппетит. 12.11.1913. Подобный не идет на контакт, упражнения временно прекращены до полного физического восстановления. 03.12.1913. Подопытный снова выполняет упражнение. Речь не сдержана и груба. Аппетит хороший. 29.12.1913. Подобный снова отказывается выполнять упражнение. Объявлен бойкот пищи и еде. Генерал запретил вестись на провокацию. 03.01.1914. Подопытный держит оборону, пьет только воду. Упражнение выполняет в принудительном порядке. 22.01.1914. Подопытный сломлен, не проявляет инициативу, мало разговаривает, требует встречу с подругой. 24.02.1914. Изменений в поведении замечено не было, на самочувствие не жалуется. Подопытный не отвечает на вопросы. Такс. Г. Г001. 04.06.1913. Подопытный чувствует себя отлично, охотно выполняет упражнения. 09.06.1913. Подопытный тщательно выполняет упражнения, жалоб на самочувствие нет, аппетит превосходный. 25.06.1913. Подобный чувствует недомогание, осмотрен врачом, подозревается простуда, пьет слишком много воды. 06.07.1913. Подобный сильно простудился, был временно госпитализирован, аппетит полностью пропал, упражнения были приостановлены. 01.08.1913. Подобный снова выполняет упражнения, он боится снова серьезно заболеть, аппетит умеренный. 20.08.1913. Подобный проявляет чрезмерную осторожность. Упражнения выполняет неохотно, жалоб на самочувствие нет. 12.09.1913. Подобный малоразговорчив, на вопрос отвечает односложно. Начал аккуратно расспрашивать про подопытного B001. Угу. 29.09.1913. Подобный снова заболевает. Появился первый приступ паники. Пытается плохо, сильно похудел. 12.10.1913. Упражнения продолжены. Подопытный чувствует себя хорошо, задумчив и немногословен. 31.10.1913. Подопытный замолчал, пытался вызвать меня на откровенность и выведать информацию о генерале. 02.12.1913. Подопытный просит выполнять упражнение вместо B001. Просьба отклонена. 29.12.1913. Подопытный не идет на контакт, отказывается выполнять упражнение, поддерживая бойкот B001. Временно изолирован от остальных подопытных. 08.01.1914. Подопытный снова с остальными. Мало говорит, прячет взгляд, начинаются регулярные панические расстройства, выявлена симуляция.
23.01.1914. Подопытный начал со мной разговаривать, жалуется на общее недомогание и отсутствие свободы, аппетит хороший. 24.02.1914. Накричал на обслуживающий персонал из-за маленькой порции. Аппетит улучшился вдвое, настроение воодушевленное. 03.03.1914. Показатели физического здоровья начали резко падать вниз, в поведении чувствуется вялость. Подопытный не отвечает на вопросы. Ну, и тут... это Д уже. Ну да, все. Подопытный не отвечает на вопросы. Все. Это уже все, пипец. Так, ясно. Так. 04.06.1913. Подопытный с интересом выполняет упражнения. Аппетит хороший, физически активен. Так, это скорее... это два связанных. Это Д и Е. Так, ну хорошо. Так. 10.06.1913. Подопытный заснул во время сеанса гипноза. Разбудить не удалось. Проспал до следующего утра. 24.06.1913. Подопытный продолжает засыпать во время сеанса гипноза. Самочувствие не меняется. 10.07.1913. Состояние подопытного стабильное. Жалоб нет. 08.08.1913. Подопытный ведет себя чересчур тихо. Мало разговаривает, слабо реагирует на раздражители. 13.08.1913. Подопытный страдает бессонницей, отказывается от еды, на сеансе гипноза больше не засыпает. 27.08.1913. Подопытный уснул на целые сутки после пробуждения, вел себя апатично, аппетит в норме. 13.09.1913. Подопытный ведет себя нормально, заметный первый результат упражнений, строго выполняет инструкции. 30.09.1913. Подобный улыбается, на все вопросы отвечает утвердительно, своих мыслей не высказывает, аппетит в пределах нормы. 15.10.1913. Состояние стабильное, ничего не меняется. 24.11.1913. Начал рассказывать о происходящем с другими подопытными. Аппетит немного выше нормы, наблюдается гипергидроз отдельных частей тела. 04.12.1913. Гипергидроз усиливается. Подопытный пожаловался на головные боли, высказывает агрессию при разговоре. 12.12.1913. Подопытный разбросал еду по своей камере. Отдышка, сильный гипергидроз, указание выполнять неукоснительно. Упражнение продолжено. 28.12.1913. Подопытный не реагирует на окружение, смотрит прямо перед собой. Сеанс гипноза не дал никаких результатов. 08.05.01.1914. Состояние стабилизировалось, аппетит подопытного вырос, поведение спокойное и доброжелательное. 31.01.1914. Подопытный неукоснительно выполняет любые указания, поделился секретами своих товарищей. После этого испытал стыд, аппетит упал. 19.02.1914. Подопытный выглядит подавленно, мало говорит, аппетит плохой, однако упражнение выполняет исправно и выполняет любые поручения. 04.03.1914. На сеансе с психотерапевтом выразил желание прекратить упражнение, пожаловался на головную боль и беспокойный сон, испытывает раскаяние. 18.03.1914. Подопытный отказывается выполнять упражнение, уклоняется от прямых ответов на вопросы, аппетит снижен. 01.04.1914. Подопытный ведет себя агрессивно, гипергидроз усилился, аппетит вырос в два раза. Подопытный выполняет все инструкции, упражнения, на личные вопросы не отвечает, на самочувствие не жалуется. А вот он и Е, последний. И мы будем говорить с Яковом. Ну что ж. Так, своих предположений ничего не буду высказывать, но подождем пока что. Подопытный Е001. Так, 04.06.1913. Подопытный высказывает повышенный интерес к упражнениям. Аппетит в норме. 11.06.1913. Упражнения даются подопытному с трудом. Назначены дополнительные консультации с психотерапевтом. Аппетит заметно снизился. Возросла физическая активность. 23.06.1913. Подопытный страдает от чувства вины. Сеансы с психотерапевтом не дают результата. Упражнения временно не усложняются. 05.07.1913. Подопытный находится в угнетенном состоянии, отказывается выполнять упражнения, угроза нервного срыва, упражнения временно приостановлены. 24.07.1913. Сеанс с психотерапевтом. 13.08.1913. Сеанс с психотерапевтом. С психиатром, тьфу ты. Психиатром.
Ладно, что я... Тут 31.08.2014. Состояние подобного нормализировалось. Решено продолжить упражнение. 14.09.2013. С повышением сложности упражнения подопытный негативно реагирует. С повышением сложности упражнения подопытный негативно реагирует. Не идет на контакт, убеждения не срабатывают. 21.09.2014. Ситуация усугубилась. Подопытный на упражнениях высказывал угрозы сержантам. Защищал мышь. 16.10.2014. Упражнения не продвигаются вперед. Подопытный не показывает никаких результатов. Аппетит снижен. 17.11.2013. У подопытного случился нервный срыв. Срочно госпитализировано. Упражнения временно прерваны. 12.12.2013. Подопытный отказывается покидать госпиталь. Тайно пытался вызвать к себе журналистов. Решено было отправить подопытного в карцер. 21.12.2013. Подопытный в принудительном порядке снова выполняет упражнения. Аппетит снижен, физически малоактивен. 02.01.2014. У подопытного не наблюдается никаких результатов. Психиатр регулярно к нему наведывается. 05.02.2014. Подопытный принял попытку к побегу. Попытался подговорить товарищей. 18.02.2014. Подобный отправлен в карцер до выяснения дальнейших действий. 15.03.2014. Эксперимент с подобным Е001 был объявлен провальным. В целях обеспечения безопасности эксперимента и в связи с нарушением подобным Е001 инструкции он был приговорен к расстрелу. 12.04.2014. Приговор был приведен в исполнение. Ёкарный бабай. Так, Яков, пошли поговорим с тобой. Тебе здесь понравилось? Я даже не знаю, что сказать. Все выглядит очень странно. Что тут вообще происходит? О каких экспериментах идет речь? Что ты об этом знаешь, Яков? Мне интересно, почему эти документы здесь? Я откинул со лба прилипшие волосы. Ты понял, кому принадлежит это такому-то? Вагнеру? Нет, генералу Фридману Шмидту. Зачем ему эти документы? Яков, ответь! Ты точно что-то знаешь? И что с того? Все эти эксперименты. У меня в голове появилась неясная догадка. Тот эксперимент прошел неудачно, и, насколько я знаю, больше не повторялся. Яков выглядел рассерженным. Он продолжил вытаскивать ящики с стола, перебирать документы и заглядывать в книги. Ты что-то ищешь? Да. Давай помогу. Пойдем отсюда. Здесь больше ничего нет. Почему ты отказываешься от моей помощи? Я думал, мы работаем вместе. Я сам не знаю, что ищу. Я непонимающе уставился на него. В воздухе искрилось напряжение. Генерал кое-что от нас хочет. Ты можешь говорить яснее? Не могу. Тогда зачем вообще пытаешься объяснить непонятно и еще более непонятно? Ты же спрашиваешь. Я о другом. А я об этом. Блин, Яков стянул маску. Пора возвращаться. Странненько. Он до сих пор что-то не договаривает. Мы снова спустились в подвал. Извиняюсь, небольшие помехи. Я знал, что близок к разгадке, понимал, что следует все хорошенько обдумать, сопоставить факты. Однако разрозненные мысли сбивали друг друга. Как будто все мое существо желало остаться в неведении и сохранить веру в человечность. Я уверен, что... Мне что-то кажется, что, скорее всего, тут будет что-то подобие. Знаешь, что-то будет наподобие 1984. Потому что большинство вот таких вот, знаете, вот так, подобных вот произведений начинаются именно так. Ой. А вот и Лен.
Простите меня, я согрешил. В чем ты хочешь покаяться? Я опустил глаза. Такс, вот тебе и выбор. Вот тебе и выбор. Тут пропуск идет. Блин, я не случайно, скорее всего, нажал не на ту кнопку и автоматически активировал пропуск. Ну да ладно. Мы продолжим уже в следующей серии, так как уже 35 минут, уже довольно долго, не будем затягивать. Да и к тому же, как раз-таки начинается новая глава уже за Леной, и надо посмотреть, что там будет дальше. Но, скорее всего, тут вот варианты «я часто думаю о мести», «не люблю исповедоваться», «я безгрешен», «я сомневаюсь в священных служителях», это, скорее всего, тут бы стоял другой вариант, если бы мы, например, пошли воевать, а не пошли в церковь, скорее всего, и не подслушали разговор диаконов, что было в нескольких сериях до данной. Вот. Ее мы выберем, вот этот вариант, самый последний. Вот. Ну а пока что, надеюсь, вам понравилось. Пишите в комментариях, радовы ли моему возвращению, хотя сомневаюсь, что меня кто-то помнит до сих пор. Вот. Пишите комментарии, предлагайте игры, обсуждайте вот сюжет, только не спойлерите, если вы уже знаете что-то, потому что не хочется все нас попортить себе впечатление. Хоть, конечно, кажись, я уже все более-менее понял, просто я не буду этого говорить до определенного момента пока что. Потому что пока что определенного момента нет, когда он придет, я думаю, сам пойму и уже все карты на стол выложу, что я понял. Вот. Чего-то. С чертова словоблудия. Я постоянно словоблужу и повторяю одни и те же слова. Загляните в описание, там будет ссылочка на мой YouTube канал, подписывайтесь на него. Так, если что случится с YouTube, мы не потеряем друг друга. Также в Discord заходите, также именно на Discord сервер. Это тоже будет вид нашей связи. Ну и скоро я добавлю ВКонтакте, чтобы там я буду сидеть чаще, из-за этого связь будет лучше. И не забывайте ставить лайки или дизлайки, ну, по вашему усмотрению, и подписываться на канал и ставить на колокольчик, чтобы пополнить нашу маленькую, но уже не такую уж и маленькую семью, и первыми узнавать о выходе новых видеороликов. И с вами я, конечно же, не прощаюсь. Скоро увидимся!